Друзья, всем привет! Мы снова в Нижнем Новгороде. По вашей просьбе мы снимаем интерьеры детских комнат. Причем здесь не будет грудничковых зон. Это именно детки, ну, начиная, да, дошкольники и школьный возраст. У нас впереди, Дим, 4 интерьера. Да, 4 да. интерьера. Разной тематики и разного возраста. Начнем с этой комнаты, в которой мы стоим. 9 квадратов, 9 и 1. Это вариант из квартиротеки IKEA. КПА Фрегат. То есть такая квартира существует в реальности, в ней живут люди. Это детская на 9,1 квадрата. Судя по всему, здесь мальчик до школьного возраста. Возможно, 5-6 лет, ну даже 4, вряд ли меньше. Давайте разбираться, что смогли родители уместить в данной зоне. И ну, удобно, неудобно. Я выйду, ты туда тогда, да, с камерой? Ну, ты показывай, куда показывать. Ну, вот туда, ты в сторону кровати, у тебя есть за плеча. Кроватка Гулливер, она не растет вместе с ребенком, это размер 70x160, с учетом подушки, максимальный рост, который комфортно здесь спать, ну, 1,35 м, 1,40 м уже тесновато, ножки будут среди палочек пробираться. Обычно деток переносят с этой кроватки где-то в возрасте 2 лет, и с грудничком очень часто переходят в Гулливер. Здесь есть бортик, бортик входит в комплектацию. Вот если взять тот вариант, который представлен IKEA, то общая стоимость, каркас, речное дно и матрас. Кстати, матрас очень хороший, он дырлик, адекватный ценник и адекватные качества. Матрас пенополиуретана. 15 500 будет стоить данный комплект. Чем удобно? Во-первых, боковые стенки. Ребенок не соприкасается со стеной, особенно часто берут там, где стена все-таки прохладная. Возможно, уличные, неутепленные угловые квартиры этим страдают. Дальше, по постели сюда подходит, в принципе, стандартная икеевская постель. Единственное, что такие, да, есть нарекания от мам. Кроватка же 160. И получается, полноценное одеяло приходится подворачивать. То есть не получается одеяло в растилку. Ну, вообще, я стараюсь убирать постель и заправлять просто покрывальцем на простынь. Но здесь уже вы решаете, как удобно вам. Дальше переходим к серии Труфаст. Она здесь стоит как прикроватная тумба. Экономим место. В параллель это зона для хранения игрушек. В дальнейшем Труфаст можно будет использовать под какие-то школьные моменты. Разукрашки, всевозможные конструкторы тоже очень хорошо умещается. Вообще тематика комнаты выполнена, дизайнеры ее выполнили в виде стиля динозавров. То есть ребенок, скорее всего, любит именно эту стилистику. Здесь и рисунок цвета динозавра, и постель, паласики на полу, стилизация, картинки. То есть все в одном стиле. Дальше давай смотреть, что у нас здесь висит. Здесь очень удобный IKEA 365, сетка для хранения игрушек, 399 рублей. В наличии она сейчас бывает редко, ее нужно ловить. Чем удобно? Когда много мягких игрушек, объемных, чтобы они не занимали место, можно перевести вот в такое подвешенное хранение. Дальше. Ящики на колесиках тоже довольно-таки вместительные. Ну, килограмм до 20 покататься можно, дальше уже тяжело будет. Детская серия здесь стоит у нас. LED. Это, ну, в принципе, можно сказать, да, новый стол со стульчиками. Здесь сосна, массив сосны и фанера. В принципе, крепенько. Нареканий пока особо не было. Плюс на болтиках все. И хоть и вроде бы, да, 90 градусов, но он закруглен и, в принципе, более-менее безопасен. Давай посмотрим шкаф. Вообще, можно ли, да, в таком количестве уместить все вещи? Но здесь подразумевался мальчик, поэтому у мальчика, возможно, какие-то базовые вещи здесь уместить можно. Понятно, что большое хранение здесь не разместить. То есть здесь можно только, да, вещи, которые носятся на данный момент. Скорее всего, остальные вещи хранятся где-то у родителей. Здесь у нас в качестве шкафа смостат система. Кстати, сейчас она по Family. Интересно, что именно. Небольшая скидка присутствует, то есть получается в районе 500 рублей. Потом смостат можно спокойно переделать, штангу поднять и уже сделать для более взрослого ребенка. В принципе, ребят, все. Вот получается новая детская по стоимости. Давай посмотрим. 37 тысяч почти. У нас здесь кровать, у нас здесь гардероб, у нас здесь Труфаст и стол со стульями. То есть сюда не учтен весь текстиль. Текстиль, игрушки, то есть основная мебель почти в 37 тысяч. В принципе, ну, логично, это, наверное, самый минимум. С учетом поднятия цен. Да,
с учетом поднятия цен, это самый минимум. А, так, давай на светильники обратим внимание, что у нас здесь. Здесь у нас потолочные софиты Нимоны. Они разделяют, зонируют и довольно-таки такой, ну, точный яркий свет дают. И желтое солнышко, которое больше декоративную подсветку несет. У нас у самих из старой серии детское солнышко висит у детей. Вот, вот почему вы нас часто задаете вопрос, почему мы свет не снимаем? Вот по этой причине верхний свет не снять. Ну, да? Тут надо просто ИСО на автомат поставить, тогда будет более-менее подстраиваться. Так как у меня рука далеко от аппарата, не получается. Я это сделать не могу. В общем, вот, такая, вот такое зонирование для, для мальчика. Ну, хотя... Ты знаешь, наверное, когда ребенок будет школьного возраста, вместо труфа, ну, есть место, где разместить письменный стол. Так что вполне можно. Ну, 9 квадратов. Для одного человека придаст. Для одного, да. Пойдемте дальше. Здесь у нас девочковая комната. Для двух девочек сразу. Квадратура 10 и 9. Это ЖК «Цветы 2». Покажешь? Вот она детская. То есть это фактически получается двухкомнатная квартира. Детская спальня, кухня, туалет, ванна, прихожая. Давай разбираться, что здесь. Здесь, судя по логике вещей, две девочки. Девочка либо подросток, либо ближе к подростковому возрасту. И девочка дошкольница. Даже это можно понять по размеру кровати, плюс по тем столам, которые представлены. Мебель здесь полностью сундвик. Раздвижные кровати, пеленальный стол, он же комод. Шкафы сундвик, детский стол, стульчик тоже сундвик. Но при этом добавлены дополнительные предметы мебели, которые неплохо сочетают все это дело между собой. Кроватка сундвик, раздвижная, полностью из массива. Здесь сейчас она сложена, вот так это выглядит, на 1.30 м. То есть здесь спит сейчас небольшой ребенок. Плюс дополнили это пологом. Полог, я так подразумеваю, был еще, когда ребенок был грудничком, стояла грудничковая кроватка. Но с учетом возраста, да, и такой нежной стилистики детской, смотрится неплохо. Добавлена бра в виде бабочки светодиодная. И над одной первой кроваткой, и над второй. Вообще очень много вещей, которые зеркалят друг друга. Тем самым такой общий интерьер создают, но при этом каждая вещь функциональна и несет свою смысловую нагрузку. Вторая кроватка тоже сундвик, но уже разложена, судя по всему, на 1.60 м. Да, до 2 метров здесь еще есть расстояние. Здесь точно так же бра в виде бабочки. И вместо полога здесь уже из... карниза, река и хугот сделали вот такой интересный полог. То есть оно не несет никакой смысловой нагрузки, просто вот, ну, такой легкости, какую-то уютность, что ли, добавляет. И смотри, как интересно сделано. Вот здесь зацеплено за сами петли штор. Сможешь как-то подползти сюда? Вот здесь. Сами петли штор. Вот здесь уже подшили, чтобы не болталось. А здесь просто сделали на кольца. То есть это можно, получается, и распустить, да, повесить целиком, но если есть такая необходимость. На самом деле задумка интересная, можно взять себе в качестве примера. Так, здесь же стоит комод-сундвик. А, кстати, смотри. У старшей девочки, да, сделали еще дополнительное световое зонирование в виде вот такого светильника. Ну, судя по всему, если захочется в кровати почитать. Потому что малышке, например, необходимости еще в этом нет. И при этом свет совершенно не будет мешать второму ребенку, потому что он полностью рассеивается по всей поверхности комода. А дальше едем. Комод, он же пеленальный стол. 20 тысяч он сейчас стоит. Пеленальный стол, комод, сундвик в сером цвете. Когда ребенок был маленький, соответственно, использовался как пеленалка, потом все это лишнее разложили-сложили, и у нас сейчас полноценный комод с двумя, даже не с двумя, а с тремя полками для хранения. Раз, два, три. Три полки, два полноценных ящика. Дальше. Полка навесная, которую очень любят мамочки, особенно те, кто ведет какие-то блоги.
То есть на них вешают вещи красивые, детские повязочки. То есть ну, такая интерьерная полка. И часто берут вообще для малышей. Ее здесь тоже использовали. Часть под игрушки, часть под какое-то хранение. То есть применить можно. На самом деле, за что люди любят икеевские вещи, это за то, что можно применить даже когда ребенок вырастает. Ну, кроме да, грудничковых совсем. То есть вот сейчас из грудничковой серии мы видим раз, два, три. И это вполне смотрится хорошо в интерьере и никак не выбивается. Так, пойдем дальше. Два шкафа-сундук. Девочка-подросток и девочка помладше. Уместятся ли здесь вообще дети? Ну, судя по вещам, здесь как раз ребенок начальной школы. Ну, хотя можно только предполагать, но штанга довольно-таки вместительная. То есть уместить вещей можно большое количество. Здесь плюс дополнительно полка. На нее очень хорошо встают разные коробки, то есть тем самым обеспечивая более удобное хранение. И большой выдвижной ящик. Ящик по размеру примерно такой же, как у комода. То есть фактически в комнате, да, 4 ящика. 2 в комоде и по каждому шкафу. Ну, допы. Сколько? Он до Нового года стоил 1500. Сейчас стоит 2800. Ладно. Дальше едем. Полка навесная с консолями Берсхольд. Ой, наоборот, полка Берсхольд, а консоли Рамсгульд. Консоли Рамсгульд сюда подходят идеально за счет формы и за счет выпилов. То есть они более-менее так вот схожи с сундуком. А чем удобна полка? Полкой замкнули пространство между двумя шкафами. То есть стоит два шкафа, все это дело объединить в общую конструкцию помогла полка. То есть полка вытянула и сделала более объемным место для, ну, да, зону учебы, хранения. Дальше, смотрите, полка выдерживает очень хороший приличный вес. Что здесь сделали дизайнеры? Они взяли полноценную большую полку и кусок от этой полки. Понятно, да? То есть нужно, ну, как бы поаккуратнее все это зацепить. Но, тем не менее, если длины не хватает, это как вариант. Взять еще одну полку, аккуратно подпилить и потом просто соединить, чтобы у вас была общая конструкция. Здесь это использовано в качестве места для хранения книг. Выдерживают они совершенно спокойно. Теперь давайте по столам. Еще хочу обратить внимание, что мне понравилось, что использовали. Доска для записи. Если сюда повесить обычную доску для записи, она выбьется из общей массы. То есть вот эти острые углы, тяжелые формы, они сюда не подходят. Здесь все-таки такое воздушное, резное. Что сделали родители? Ну, дизайнеры, да, условно родители. Берется рама Химмельсбру, которая очень красиво подходит по стилю, и сюда поставили по 249 рублей такую вот бумажную доску для записи. То есть это, ребят, не та доска, которую нужно в постоянку, да, там нанес, убрал. Нет, то есть, ну, там написали и оставили. Плюс можно, в принципе, менять, да, эти рамы можно будет использовать потом по назначению для фотографий, для каких-то рисунков детей, либо вот так же меняя, делая как основные доски. Так, теперь по рабочему месту. Здесь у нас стол с откидной полой и донес. Вообще, фактически, кто-то даже как кухонный берет. Стол получился универсальный. 51 на 96. Если разложить, то будет 86 на 96. Ушел? Вообще не хочет идти. Ну, поднимай его тогда. Ты больно его низко опусти. В общем, такой полукухонный стол спокойно можно поставить и использовать как рабочий стол. Причем, смотрите, доска, да, которая вот откидная, ее опустили, и она получается как зона для защиты, чтобы там, да, ни коленками, ничем не задевать, ничего не пачкать. Стульчик здесь у нас стоит без колесиков. Не очень удобно перемещать, но у ребенка отсутствует возможность кружиться, кататься. Это у нас рабочий стул. Сейчас он стал стоить 8000 Бьорк. Сберг в темно-синем цвете. Он очень хорошо сюда сочетается в переход серого. Чем мне нравится этот стул? Вот эта кармашка. Ну, плюс форма. То есть для ребенка начальной школы, в принципе, стульчик удобный. А дальше идем. Это стол детский сундвик с серым стульчиком. То есть детская мебелюшка сюда очень хорошо вписалась. Очень все это аккуратно, компактно смотрится. То есть место для будущего первоклассника, для дошкольника вполне хорошо оборудовано. И второй шкаф сундук такой же за 25 тысяч. Здесь в принципе то же самое. Здесь добавили что? Добавили безопасное зеркало. Давай покажем. Детское, из детской серии.
чтобы маленькая модница тоже могла крутиться, вертеться, но при этом полностью безопасно. Плюс повесили дополнительный модуль, по-моему, это серия, да, это детская серия Расла 2540 на 98, как дополнительное место для хранения. Общую проводку был? А, еще знаешь, на что хочу внимание обратить? Здесь в качестве источников света у нас подвесная шина, но вот без вот этого светильничка тканевого, как такой объемной юбочки фатиновой, не было бы общей композиции. То есть он такую легкость, воздушность девчачьей ставит. Так, ну что, дорогие наши, мы половину прошли с вами, у нас осталось еще два интерьера. Сейчас мы в самой большой детской комнате на выставке, 20 квадратов, 19,9. Пойдем посмотрим табличку, откуда эта комната взялась, есть ли реальный жилой комплекс, либо это, ну да, так придумали дизайнеры. Да, конечно, табличку что-то саму заперли. ЖК «Новая Кузнечиха», 19,9 квадратов, детская спальня, санузел, кухня. Жалко, не пишут полностью квадратуру квартиры еще, да? Вообще, лайфхак. Икея часто вот так за занавески дадим куда-нибудь на бок шкафчика прячет таблички. В каждой интерьерной комнате таблички есть, поэтому их только нужно найти. Итак, 19,9 квадратов. Судя по количеству спальных мест, пойдем, не бойся. Три ребенка здесь живет. Больше. Почему? 3,5. Почему половина? Тут еще собака живет. Давай собаку заведем. А это после. Давай собаку заведем. Нельзя. Давай. Пчиха только. Давай. Пчиха? Давай. Я прямо сейчас поеду. Да. Твой пчих стоит как полкомпрессора. А компрессор? 50. Ну вот. Это компрессор нужный в хозяйстве вещь. А пчих твой? Давай, продолжаем. Значит, ты будешь пчихом. Будем тебя чесать. Чешите, я не против. И кормить. И кормить, и я не против. Гулять. Со мной ходить гулять. Я не против. По утрам. Да и так уж. Надоело, как собака, ты что? Так, гулять ладно. Собралась со мной. Почему? Ты мне не надоел. Ладно, давай, все. Так, смотрите, здесь разделение, да, комната прямоугольная, длинная, и на самом деле так вот смотришь, думаешь, господи, как здесь трех детей разместить? Очень вполне логично, Икея здесь в помощь. Кровать Select 90 на 2, здесь 2,07 вообще длина. Вообще, фактически, я бы, наверное, лучше поставила даже кушетку, ту же Бримнес, потому что можно поставить еще одно дополнительное спальное место, разложить в случае там каких-то гостей, бабушек и прочее. Ну, тут уже решение самостоятельное, как удобно, но фактически размер позволяет. Даже диван беден бы сюда неплохо бы встал, заняв столько же ровно места. Значит, кровать Select. В качестве дополнительных таких, да, размазываний у нас полка Масленда, постеры, потом Немоне бра над кроватной зоной, чтобы можно было почитать. Это тоже важно. То есть такой уголок. А как разделили пространство дизайнеры? Предложили, да, разделить родителям. Шина наверху. Дмитрий Юрьевич, поднимите камеру, пожалуйста. Штора позволяет сделать легкое зонирование. То есть вроде бы как внутри одной комнаты все находятся, но по факту комната разделена. И, кстати, они здесь сделаны по всему периметру. То есть можно разделять не только, да, девочку. Ну, от можно закрыть мальчика. От мальчика, да. Но и можно раззонировать. В принципе, удобно. Дальше пойдем. Пойдем разбираться с рабочей зоной для старшей девочки. Здесь у нас система обхус и стол-поль. Стол-поль с самой большой столешницей, 128 на 58, но, по-моему, на самый максимум или нет, чуть не сход соображу. Как будто не на самом максимум поднято. Что расположили здесь? Ну, во-первых, здесь очень много места для занятий, для хранения для одного ребенка. Здесь расположили еще дополнительно панели Скодис. На них все что угодно, вплоть до как будто бы выращивания рассады. Да? То есть показывается, что тут куча зелени и прочего. Дальше давай смотреть. Здесь у нас рабочий стол Лаберге Блескер в белом цвете. Ну, соответственно, да, по цвету это подходит. Напольное покрытие кулон. Ну, это я, судя по всему, понимаю, мальчишек, да? Футбол гонять. Футбол гонять, ну да, как раз. И придиванный, прикроватный столик, придиванный он. Риан за 2500, то есть удобно пододвинуть именно так, как нужно тебе.
Это один из... Вот, ну, как бы есть ведь шоу в серии стеклянной, кто любит, кто не любит, кто ведь шоу не любит, обычно вот на такой переключается. Дальше давайте смотреть. Система Opus, большая комбинация. Здесь у нас 180, 57 на 181 позволила, в принципе, разделить все вещи, да, всех троих детей на зоны. Почему-то здесь черного цвета фасады сделали. Я думаю, если бы это вот, ну, живой интерьер, хотя... Опять есть переключение. Разграничение по жилому помещению. Чтобы не лезли те, кому, кому не надо, да? Штанга, вещи, три выдвижных ящика. Неудобно. То есть часть вещей убрана сюда. Но все равно, вот как мама скажу, Дим, если это трое детей, все вещи в таком шкафу не уместишь. Вот все, если зимние, летние, обувь, какие-то праздничные вещи. Поэтому, скорее всего, есть где-то что-то еще, какая-то система хранения 100%. Тем более, здесь только полки. То есть, да, здесь, скорее всего, какое-то несезонное хранение. Здесь одежка. Хотя, наоборот, логичнее было бы. Отсюда удобнее доставать. И еще одна вот такая зона. Ну, опять же, да, дизайнеры... Тихо, дизайнер. Дизайнеры дают примерный вариант, а вы уже решаете самостоятельно, как вам пользоваться. Может, семья минималистов. Может быть, семья минималистов. Здесь штанга под одежду. Нет, Дим, реально, у трех детей вот просто даже минимум зимних летних не уместится. Поэтому у меня двое детей и шкафов не хватает. У нас вообще-то дома два шкафа. И то и забиты битком. А вообще-то нас четверо, еще ты и я есть. А мне так. Конечно, у тебя всегда меньше всех. Да-да-да, только, правда, больше всех, но это не считается. А, дальше. Всех. Юрьевич. Танеевич. Давай обзор снимать. Давай. Кровать Витвал. Двухъярусная, 97 на 2,07. Спальное место здесь 90 на 2. С лесенкой. Я смотрю на ценник и обалдеваю, как она подорожала. Да, смейся, будем. 35 тысяч. Дальше по полке Масленда возле каждого мальчика и по брани Моне. Точно так же, что у девочки, только в черном цвете. В комнате умудрились еще создать зону для отдыха. Два кресла и столик. Плюс, и собака посередине. И собака, да. Плюс система Opus, как дополнительная зона хранения и над письменным столом, и над зоной отдыха. И пластиковые галошницы, которые тоже очень интересно сюда вписываются, мало занимают места, но при этом сложить туда очень много можно, особенно книг, журналов и прочей такой, да, бумажной атрибутики. Смотри, по напольным покрытиям у девочки, да, такой мягкий ворсистый коврик, у мальчишек сделаны черные, неушибаемые, как асфальт. Так, пошли дальше смотреть. Стол, сразу скажу, Микки для двух детей неудобен. То есть, если сразу одновременно занимаете два ребенка, неудобно. Если по очереди, нормально. Но посадить одномоментно вдвоем будет тесно и не хватать места. Значит, здесь Микки 1,42 на 50. Дальше Скоди здесь использован как подзону для настенного хранения школьных аксессуаров. И вторая часть панели Скодис, кстати, тоже удобно. Смотрите, если по логике, да, здесь открывается у нас дверь, то мы ничего сюда разместить не можем. Панели Скодис тоже обеспечивают таким образом небольшое компактное хранение. Но сюда шкафчик уже не поставят. Ну и с другой стороны, смотри, если ты стоишь, вход и выход через эту дверь, у тебя уже как минимум вот опасность края шкафчиков. Наверное. Да. Вот это уже опасно. Можно это вылететь. Дети, они летают без глаз. Наши точно летают. Так, и наверху система Opus, тоже допом для общего хранения. А что интересно сделали дизайнеры, что вы можете почерпнуть? Вот такие светодиодные ленты, которые разграничивают пространство. По факту они не несут особо нагрузки по свету, но тем не менее такой общий момент. Это декор. Это декор, да. Цветовой. И пойдем еще в одну комнату сходим. Пойдем? Угу. Так, и четвертый крайний интерьер. Я иду уже за шкаф. Потому что знаю, что здесь это хранится. Пойдем табличку сначала покажем. ЖК Акудиновский парк. 9,5 квадратных метров. Тоже, кстати, заметил, квартиры все двухкомнатные, да? Две комнаты, а кухня. Самая популярная. Да? Одушка, двушка, трешка, это уже когда семья большая. Ну, у нас в основном вот один, два. У нас два ребенка. Ну, хотя бы наш в Москве сейчас вообще строят человеники с квартирами студии от 18 до 25 квадратов, что ли, однушки. В основном дом, большое подавляющее большинство, из этих однушек. Две вот таких комнаты.
Да. Если, если вот сейчас куда строительство уходит? Минимализм. И малые площади. Понятно. Так, давай разбираться. 9,5 квадратов. Здесь одна барышня проживает, судя по тому, что мы видим. Да, розовая кроватка Миннан, которая растет вместе с ребенком, увеличивается. Девочка очень любит рукоделие. Соответственно, все моменты под нее сделаны. Под кроватью Миннан неплохо умещается большая сумка Скуп. В нее можно много чего сложить. Дальше вместо шкафа опять обхус. Кстати, почему-то дизайнеры в детской, в основном вот в трех интерьерах обхусы стоят. Потому что Мастан – это малышарик обхуса. Так, обхус за 29 тысяч. Здесь у нас 120-57 на 191. Значит, полка штанга, просто полки и 4 выдвижных ящика. Вот на одного ребенка за глаза, причем здесь все будет. И не только учебные моменты, но еще и... Ой, что-то прилепили. И учебные моменты, и вещи, и всесезонные, вплоть до там каких-то летних шлепанцев, круга и прочего уместить, в принципе, можно. Так, пошли дальше разбираться, что здесь есть, в принципе, такого интересного. Интересное вот что есть. Пойдем сюда. Рама Кнопенг, в него поместили маленькое такое бюджетное самое икеевское зеркало, но самое интересное под ним. Полочка из кухонной серии Nerebu. Ее использовали именно как прикроватную полочку. Кстати, да, поставить стакан воды, там, если для взрослых телефон зарядка, использовать можно. Дальше на вешалку Хевольм повесили вязаные карманы. Тоже сэкономили место и можно использовать еще как допники. Дальше перемещаемся в зону декора. Здесь даже не, как будто бы не пи, да, не, ну, такое ощущение, что ребенок, который еще либо не ходит в школу, потому что нет места для хранения учебников, хотя, в принципе, можно вот сюда все спрятать, да, по необходимости доставать. То есть больше такая декоративная часть, вышивки и прочие моменты. Очень хорошо сюда вписываются комодики мопы, мини-комоды. Их здесь 1, 2, 3, 4 штуки, смотри. Все на табличках, все красиво, все разложено. Вот это вот мне понравилось. Как человечка можно использовать, да? А что все ноги-то подняли? Они уже хоть ноги. Они могут никуда не бежать? А здесь ничего ты не поднимешь больше. Руки, ноги. Здесь нельзя сделать неприличные жесты. Можно. И этой фигуркой нельзя? Можно. Как? Не буду показывать. Ты захочешь, да? Так, дальше пошли. Кстати, комодики стоят на полке, точно такой же Бергсхульт, какую мы смотрели в детской для двух девочек. На ней, в принципе, неплохо они и умещаются. Давайте теперь пройдемся по рабочей зоне. Здесь у нас, кстати, в остатках такая лампа. Фюбла, рабочая лампа светодиодная. Сейчас она аж 2500 стоит. Письменный стол 93/51 с Магера. Он сейчас 6000, но он красиво смотрится в девочковых интерьерах за счет всех выпилов, такой вот нежный, летящий. И кресло. Кстати, вот подтверждаю, у нас бежевому креслу, мы покупали его перед 1 сентября, примерно вот такой вид имеет, да, уже? Ну, что, поподробнее покажем. Вот весь стул примерно вот в таких пятнах. Слушай, нормально он с 3200-то. 5800. Ну и ладно, это уже болевая, по ним можно не ездить. Вот таких 4 интерьера приготовили нам дизайнеры IKEA Нижний Новгород. Главное, что они не выдуманные и размеры реальных жилых помещений. Соответственно, вы точно так же можете применить. Дим, ты как-то говорил, мы с тобой обсуждали интерьеры, что не обязательно брать все, да, из интерьера. Угу. Можно взять какие-то моменты. Фишечки. Да. Вы можно выдергивать интересные моменты. Например, сейчас IKEA уже на протяжении много лет делает интерьеры, используя вагонку деревянную. Uh-huh. Где-то она использует целую стену, где-то половину, где-то треть. Вот, смотрите. И это также можно сделать спокойно в обычной квартире. Очень оригинально будет смотреться. Кстати, да. Можно покрасить водостойкой эмульсионной краской в любой цвет. И ваша комната совершенно будет смотреться по-другому. Я бы вот сейчас детям в квартире вот так закатала. Да, потому что вот это... Почему-то вот именно вот эта зона пачкается. Не хотите вот евровагонку? Ей можно использовать вагонку, например, штиль. Она более интересно смотрится.
У нас более все фактурно. Про ремонт, да? Да. Все про ремонт. Ну, сейчас это для нас потихонечку будет становиться актуальной темой, и каждый, наверное, обзор будет все-таки так или иначе заканчиваться основе о ремонте. А если мы про кастрюли будем? А кастрюлю мы как раз следующий обзор для вас подготовили необычно. Необычный подход к кастрюлям от Пройке. Поэтому далеко не убегайте. В ближайшие 3-4 дня мы выпустим обзор и смотрите по кастрюлям очень такую полезную информацию для некоторых. А если кастрюли раньше выйдут? Нет, у нас по очереди, пока мы снимаем, так и по очереди оно выходит. Хорошо. Ну что, друзья, прощаемся. Не забывайте делать стандартные для Ютуба вещи. Кстати, кто первый раз попал на наш канал, просмотрел видео, даже, может быть, не понял, куда попал, мы, Ютуб-канал про IKEA. Возим товары IKEA в Саранск на протяжении, мы вообще сами из Саранска снимаем, в основном в Нижнем Новгороде, либо там, куда нас рабочие дела заносят, в какие города и регионы. Ближайшее, куда занесет, это IKEA Стамбул. Да? В IKEA Казань не будем останавливаться? Ну, у нас по времени мы будем ограничены. И только если накануне заранее все с утра утром и уедем вечером. Вечером. Да. Да. Вот, поэтому у вас... Ну, а в Казани мы были в IKEA, во-первых. Ну да, там вообще ничего не поменялось. Вот да, Стамбул. Теперь ближайший у нас IKEA Стамбул. Будет вторая IKEA. По-моему, если не изменяет память, в Стамбуле их две. Мы одну уже посещали. Мы теперь буквально через месяц. Поменьше месяца осталось? Меньше. Вот, ну, с момента съемок мы снимаем сегодня 22 февраля, а мы уедем 16 будем марта. Будем снимать вторую IKEA в Стамбуле. Посмотрим, в чем разница там. Вот. В общем, как Дима говорит, поправь корону. Мы знаем про IKEA все и даже больше, поэтому можете совершенно спокойно обращаться к нам за советами, рекомендациями и консультациями. От вас лайки, подписка и комментарии. Это будет лучшая награда от вас для нас.